Снова здравствуйте, всем привет. Итак, с анимацией еще нужно будет поработать вот с этой. Значит, отшлифовать. Вот тут нога мне не нравится. Она должна более как-то живая, чуть-чуть подтягиваться. Там упор какой-то даваться. Где-то должно дыхание добавиться. Тут косточки, кстати, по прошлым роликам есть. Он может дышать, рот открывать, там что-то говорить. Это вообще, ну... Сцену можно украсить прям цвет. Ну, какая вот еще может задача такая, значит, появиться. Сцена есть, все раскрашено. Я сейчас просто включу, допустим, изображение текстур. Итак, вот, все вроде бы в цвете, вроде бы все нормально. Но когда происходят удары, это как-то скучно, да? И... как это все дело можно обыграть. Давайте откроем новую страницу. Это New General, это Don't Save. Так, камера, свет, в принципе, нам не понадобится. Единица на нампаде, пусть будет куб. И сюда давайте закинем, значит, пыль, молнии, именно с игрушек. Я рисовать так не умею, и если есть художники, которые могут разные нарисовать, там вспышки, там пыль под ног, да, будет мультяшно. Реалистично это уже симуляции какие-то нужно будет добавлять. Ну, давайте хотя бы принцип посмотрим, как по мультяшному это можно сделать. Качаем картинки, я повторюсь, этих всех вспышек, открываем image, ну, пускай будет референс. И на скачанные картинки находим и будем добавлять молнии. Так, вот такая вот молния. Это с интернета я скачал. Сейчас мы это все дело отодвинем. Единица на нампаде. Так, ну, пусть большая будет, лучше будет. Выбираем куб. Заходим, значит, в Edit Mode. Английская. Так, погодите, N-панель. Screencast Key, чтобы вы увидели опять же, что я буду нажимать. И теперь M нажимаем, английское, и жмем Alt-Center. Пропал вроде куб, но он не пропал. Здесь есть у нас, значит, точка. Экстрадируем ее. Выбираем G, подводим к нашей молнии и обрисовываем с помощью английской E экстрадированием. Вот это вот все, вот эту вспышку. Так, желательно, чтобы, ну как бы, чтобы красивее, не потерять никаких деталей. Более так четче все это дело обрисовывайте. Со всеми кончиками там. Ну, не так прям, чтобы... Пиздец как, чтобы были все вот эти выпуклости, вспышки, допустим, там. Так, вершин можно побольше, потому что я хочу потом ножом тут все попорезать. Опять же, сетка мне здесь не нужна, идеальная. Если бы нужна была мне сетка, я бы все это дело мог бы обрисовать и сделать в ZBrush уже готовые вот эти вспышки. А потом просто сюда закинуть. Кстати, было бы, я думаю, что быстрее. Но полигонаж потом можно было бы уменьшить. Ну, давайте вот в блендер, короче. Раз уже тут моделирование лучше, чем, значит, ZBrush. Ну, на этом деле и остановимся. Так, здесь красненького побольше я хочу. Здесь беленького. Единственное, что вот когда обрисовываешь, да, вот глаза напрягаются вот на это все дело. И тут вот теперь приближаем колесиком Е, вытаскиваем, значит, нашу вершину. Через Shift выбираем еще одну вершину, английская M и Alt-Center.
Так, картинка есть. Так, картинку можно отключить. Получается у нас вот такая вот английская. Так, вот такой рисунок. Да? Что теперь сделаем? Английская А, F. Закрываем все полигоны. Теперь английская К. Нож. И просто давайте вот квадратиками, а трисами вот так все это дело позасобачим, чтобы у нас были кое-какие полигоны, чтобы все это дело можно было потом тянуть. Так, и английская Enter. Теперь опять E. Так, не. Ctrl Z. Английская К. Дорисовываем, дорезаем вот эту всю нашу штуку. Так. Делаем какие-то тут дополнительные полосы там. Всякая такая. Не обязательно их прям каждую вот эту обрисовывать. Ну, чтобы... Допустим, вот К, нам нужно будет тянуть вот эти полигоны. Ну, давайте тут резанем. Вот верхняя, да, тоже К английская. Давайте тут как-нибудь их... Можно, опять же, не на вершину, а на ребро наводить, и она должна порезать. Опять же, К. Выбираем вершины, ребра. Возможно, их столько много не надо, ну, лишнего не будет. А если будет лишнее, то все это можно будет, допустим, ликвидировать. Упростить сетку. Еще больше прям, да? Все, пойдет. Фигурно мне качество вот этой заготовки не нужно. Я хочу это сейчас все понаделать, сохранить в FBX формате с текстурами и потом уже использовать в других проектах как заготовка. В этом ролике и рассмотрим, как их добавлять. Чуть подлиннее будет, наверное. Я парочку сейчас сделаю, пыль и, допустим, это, а потом наделаю еще их больше. Так, следом, что нам нужно сделать? Сделать развертку. Заходим UV Editor, единица на NumPad, вот получилась у нас вот такая заготовка. Открываем, значит, UV, все должно быть выделено, и жмем, так, lifting, можно Smart UV Project, но я нажму, наверное, Cube Project вот это. Так, английская А, Z, поправляем на вот эту вот нашу штукенцию, на развертку. И теперь нам нужно в шейдер, зайти в шейдеры и найти App, найти текстуру, иметь текстуру, добавить текстуру. Также это все можно сделать и вот в этой вкладке. Вот. Добавить новую текстуру и здесь ее подключить. Так, Open Desktop. Находим исходную нашу текстуру. Вот так она не очень подключилась. Заходим в UV Edit. И теперь G. Так, находим нашу вот эту всю штукенцию и поправляем ее по нашей разверточке. Если что, где-то то можно подкрутить, нажать, допустим, S, нажать G, так, еще раз G, и еще раз S. Еще раз подкорректировать. Смотрим, что у нас получилось в лайауте, подключаем видимость. Ну вот уже вот такая у нас получилась штука. Теперь что мы делаем? Создаем папку на рабочем столе. Также берем, заходим в шейдеры,
находим нашу текстуру, вот эту развертку, подключаем, значит, сохраняем ее Save As и находим на рабочем столе папку, назвал я ее, значит, вспышки. Где она тут? Вот, вспышки, и сохраняем ее сюда. Формат можно выбирать разный, допустим, Image, Save As и, допустим, в формате PNG. Сохранить, все нормально. Так, это мы сохранили развертку. Так, следом точно так же делаем, так, делаем сохранение. Вот эту empty удаляем. И вот это все дело сохраняем в файл PFAS import в FBX формате. Находим папку вспышка. И сохраняем ее как вспышка длинная. Так, сохранили. Можно еще сохранить сам проект на всякий случай, если вдруг что-то, косяка какого-то, Save As, и, допустим, в эту же папку вспышки. Она будет для скачивания в группе, если кому-то надо будет, пишем вспышка длинная. Сохраняем. Бат. Так. Ну, теперь нам нужна пыль. Правильно? Пыль под сапог. Делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так. Не, на эту картинку мы уже не будем. Значит, это Delete. Можно было ее просто скрыть. Допустим, Ctrl-Z. Английская H. Убрать. Чтоб не мешало. Добавим S, M, добавим. Можно план, можно куб, без разницы. И опять же делаем Add. Находим Image. Можно референс, можно Image добавить. Тут без разницы. Не под рендер. Так, и находим вспышку под сапог. Так, смотрим Add. Image, референс. И добавляем вспышку с под сапог. Я ее, кстати, идею взял с ролика, который оставлю ссылку в описании или в группе. Так, вот, рисовать опять же я не умею. Вот у меня получилась такая штукенция. Так, вот этот куб я удалю и буду с этим кубом работать. Два добавил по ошибке. Так, картинку отодвигаем назад, а с кубом будем работать. Значит, опять заходим в Edit Mode, английская А, если не выбран, допустим, все. Нажимаем M, нажимаем Alt Center. Можно приблизить поближе, чтобы вам видно было. И теперь E. Вытягиваем вот эту штуку, выделяем вершину G. Перетаскиваем ее сюда, чтобы видеть. И теперь обрисовываем вот эту вспышку. Я их постараюсь потом понаходить больше вариантов, чтобы, ну, интереснее было, да, вот эта вся анимация. Чтобы, допустим, в одной позиции будет пыль одной формы, а в другой будет пыль, допустим, другой формы. Это же будет прикольней. От разных движений персонажа будет зависеть, насколько кучнее, пышнее будет вся эта штукенция. Опять же, по YouTube говорят, что все-таки его дело времени, его все равно закроют, ну, в смысле, аннулируют. У меня уже все, что лежало, значит, деньги собраны были за
монетизацию в прошлые разы, ну, за те месяца, за тот год, сегодня захожу, у меня этой суммы уже нет. Так что это уже гудочек. И если вам не трудно, если вам нужна информация, которая есть на канале, на всякий случай зайдите по ссылке в описании на Дзен и на Рутюб подпишитесь. Все-таки где-то, наверное, информация вся не сгорит. А тут еще такие события у нас в стране, что, возможно, скоро мы забудем, что такое интернет и что такое у нас, значит, вообще 3D-моделирование. Английское M, Alt-Center. Я вот в прошлых роликах, еще в первых роликах, возможно, прав был, возможно, ошибался, что нам дали вот эту систему, что дальше будет какое-то развитие, какие-то технологии и так далее. Возможно, это и будет, но, возможно, уже и нет. Так что я сомневаюсь уже. Так, давайте опять это все порежем. Так, забыл я английское А, F. Закрываем. Картинку можно отключить. И значит К. Вот для чего я создавал канал. Потому что многого ты не упомнишь. И, кстати, канал очень помогает. Если я начинаю что-то делать, конспекты вот эти мне помогают именно в какой-то работе. Так, Enter и погнали опять. К английская. Как-то без разницы, можно резать как хотите. Повторяюсь уже. И еще, если кто-то все-таки сейчас будет, вот, досмотрел до этого момента, хочу вот обратиться, заходите, ставьте там под роликом там плюс, минус, там не знаю, что-нибудь поставьте, чтобы можно было понять, сколько на самом деле просмотров, или идут они вообще просмотры. Потому что я просматриваю какие-то каналы, и на каких-то каналах, в принципе, смотреть нечего. Там по 2-3 миллиона просмотров под роликом. У меня получается 200-300, есть там по 1000, ну, очень мало роликов. Получается, я смотрю ролики, ну, как под роликами информацию. И, в принципе, понимаю, что мой канал не смотрится. Но захожу, когда в статистику просмотров, я вижу, что по процентовке очень много, 600 человек посмотрело, допустим, в этот день каналы. Ну, канал, именно ролики, но я не вижу этих просмотров под самими роликами. Они, в принципе, как бы и не растут. Ладно. Проехали эту тему, заходим теперь в шейдеры. Так, опять же в UV заходим, находим UV, жмем Cube Project. Так, заходим теперь в Shading Gin, добавляем. Так, а что у меня получается? UV Editor. Так, развертка создана, да? Заходим в layout. Вот можно здесь создать, значит, материал. Зайти
Так, я вот здесь давно не добавлял. А вот здесь, по-моему, да. Микс шейдеры, здесь вот выбрать, значит, image texture, свечение, так, что-то я подзаблудился, да? Ладно, зайдем в шейдинги, не будем это дело вспоминать, потом поищу image texture, я просто всегда вот так их добавляю. Поэтому так найдем пыль, зайдем в Editor и значит английская А и G и значит R и подгоним неподгоняемое, да? Так. Так, по низу тогда будем ориентироваться. Делаем S уменьшение тогда, что ли. Еще раз уменьшим. Так, не сюда. G. Выравниваем низ. Так. Попробуем перекрутить все это дело. И почему-то у меня расхождение такое, да? SG. Вверх попал, низ что-то подтупляет. А ну-ка, R. Подгоняем, значит, низ. Если я буду что увеличивать, у меня не понял. Перекрутка что ли пошла? Так и нет. Так, R. R выравниваем по полу. G. Подгоняем, и значит низ почему-то у меня по картинке перестал попадать. Вот тебе казус, да? Ну ничего, не суть вопроса. Так, а ну-ка, а выровняем хотя бы две стороны. Так, а вот нижняя прям намного не попадает. Через Shift выделяем. И теперь, значит, R, G. RG. Делаем S. А вот эту вершину на стык. Так, смотрим, что получилось. Ну, в принципе, неплохо, да? Заходим в шейдеры. Находим нашу развертку вторую. Заходим, сохраняем image save as. Находим, опять же, так, где у нас вспышка. Это у нас будет пыль. Пыль. Острая. И сохраняем, давайте в PNG, меньше будет весить. Так, что еще тут можно сделать? В принципе, все. Сохраняем теперь ее в PBX формате. Файл
импорт FBX. Вспышка. Пишем пыль острая. Сохраняем. Ну да. Ну, можно на всякий случай, повторюсь, опять же, Save As, сохранить вот эту. Это значит пыль острая. Я их потом прям много понаделаю разных там, какие картинки понахожу. Ну а теперь что? Заходим в файл, находим легионер пара. И тем, кто не смотрел ролик предыдущий по косякам именно тем, кто работает с ригом Миксама, зайдите, посмотрите, повторяться не буду. Так, теперь что? Добавляем сюда на момент, где будет происходить, вот он, момент удара, вот здесь. Тут я еще меч не подтянул. Ну, давайте принцип хотя бы поймем. Вот так. Заходим в Object Mode, файл Import FBX. Находим наши пыли, наши вспышки. Так, вспышка. Опа-на. Файл Import FBX. Не понял. Вспышка есть, а файла нету. Так, так, пыль острая. Don't save. Empty delete. Файл export FBX. Я ее не сохранил. И еще раз тогда я такие файлы. Так, вспышка длинная, don't save. И значит файл export bx. Сохраняем. Повторяем. Заходим в так, легионер пара. Это don't save. Опять же заходим в Object Mode и файл импорт, значит FBX. Не понял. Почему она не видит это дело? А вот вспышки. Перезагрузить папку надо было. Пыль острая. Уводим ее G в бок S. Вот так, чтобы видеть, да? И теперь файл import FBX. Вспышка длинная. S G. Итак, вот такая штукенция у нас теперь образуется. Нам нужно поставить, значит, пыль вот эту под ногу персонажу, там где он будет, значит, топтаться, да? Это значит, вот здесь будет у него удар. Так, я отключу опять видимость текстур, чтобы было нагляднее. Так, семерка на нампаде, делаем R. Вот она тонкая, ее можно потом Solidify увеличить. Так, опять же, где ее будем прятать? Так, сейчас все это дело подкрутим. Так, и R подкрутим, S уменьшим. Перекрутим на какой-нибудь файл. Допустим, вот, вот здесь у него должна быть вот эта стоять вспышка. Вот здесь она должна вспыхнуть.
Опять же подставляем к ноге. Чуть-чуть, наверное. Вот неудобно вот это включение. Как бы в бок. Но опять же ставим по ракурсу. Допустим, если вот тут, то вспышку будет видно. Так вспышку нужно будет передвинуть чуть как бы на передний план. Допустим, вот в эту сторону. Да? Так. Раз он будет бить с разворота в эту сторону, то тогда нормально. Значит, вот, вот так здесь будет у него пыль. И что делаем? Прописываем пыль. Можно эту пыль установить на косточки. И тогда она будет двигаться, допустим, если мы привязываем ее к ноге, мы можем ее уменьшать, прибавлять. Ну, давайте посмотрим сначала такой вариант, а потом я покажу, как на кости это все дело добавить. Просто лишние кости не хочется добавлять, мудиться с этим делом. Ну, как мудиться-то? Недолго, конечно, ну... Там принцип. Так, есть. Это ближе подставляем к ноге. И прописываем, допустим. И видите, у нас прописывается лофрот. Придется вам показать, как здесь все отключается. Кейфрейм. Вот. Раз. Это по прошлому ролику. Значит, этот кадр можно переписать. И нажать и лофрот скайл. Так. Все, вспышка здесь у нас. Потом появляется она резко и резко исчезает. Значит, на первом кадре она должна быть S, хлам убрана. И желательно под пол куда-нибудь ее убрать. Прописываем и лакрот. Для чего ее под пол убрал? Ну, можно персонажа прятать. Тут без разницы, откуда она будет вылетать, конечно, можно в ногу спрятать. Ну, чтобы подписать, допустим, здесь куб, это вспышка. И получается, раз, вот, она появляется из-под пола, не есть гуд. Она должна появиться резко. Вот так. Здесь она еще, значит, только зарождается. Делаем S. Ставим G. Еще раз S, пусть она еще меньше будет, да? И прописываем I, lockrot scale. Вот. Здесь она, значит, происходит у нас удар. Вот он. Раз. Резкий. И значит, что происходит дальше? Дальше он ногу поправляет, перекручивает. Можно вспышку тоже чуть-чуть перекрутить или добавить сюда еще другую, значит, вспышку такую, или пыль какую-нибудь. И потом сейчас рассмотрим, как ее растянуть. Так. Раз. И вот здесь чуть-чуть ей длину даем вспышки, пишем И. А, так, это мы ее теперь, она должна исчезнуть. S. И желательно ее опять же в эту точку, допустим, увести в пол. И локрот. И локрот скейл. Вот она. Появилась вспышка. Но так как анимация быстрая, и вспышка тоже быстрая. Как ее сделать поприкольнее, да? Так, ну это сейчас рассмотрим. Теперь давайте то же самое проделаем вот с этой штукенцей. Семерка на нампаде. Делаем R. Тут уже будет, значит, чуть-чуть, как вам сказать, интереснее. Делаем перекрутку по мячу. Допустим, вот раз. И откуда меч идет? Допустим, вот по движению мяча. И к шее сюда его подводим. Вот так. Есть такое дело. Ну, а большую делать или поменьше, это уже сейчас будем смотреть. Так, значит, здесь он. Еще нужно искру добавить на удар
значит, щитами. Теперь он разворачивается вот, вот. И вот отсюда он бьет. Да? Значит, что можно сделать? G. Делаем S. Уменьшаем его, значит, в хлам. Добавляем так, G. Ну, давайте прям к мячу. И пусть он следует за мячом. Пишем и Lockrod Scale. И вот эту тоже штукенцию потом нужно подкорректировать, чтобы ее не было видно. Лучше пусть она прописана, анимация будет за персонажем где-то в нем прятаться, чтобы потом появиться. Так, теперь на следующий кадр. Мы ее, значит, уже проявляем. Так, вот здесь вот у нас. Да прямо отсюда пусть она и проявляется. Делаем S. Делаем S. Так, перекрутилось, да? Не суть вопроса. G. R. Вот таким вот образом. И к нему, чтобы. И по мячу, значит, R. Вот так вот. Пишем и Lockrod Scale. Что у нас получается? Идет удар. Потом прописываем, значит, движение вот этой штуки на персонажа. Значит, R. Вот так. И вводим к шее, допустим. Ну, чтобы меч тоже не закрывало, вот нормально, да? И пишем и Lockrod Scale. Можно чуть-чуть ее даже S уменьшить. И уже передвинуть, значит, от самого персонажа и прописать и Lockrod Scale. И где он убирает? Так, вот здесь вот тоже S. Здесь уже хорошо бы добавить вспышку, но я с этого пока и сделаю эту вспышку. Вот так вот. И Lockrod Scale. Вот уже прикольно получается. Но теперь он должен куда-то спрятаться, да? Резко где-то, не резко, допустим, но в принципе резко исчезнуть. И уходит, пускай, чтобы не так было его на рендере заметно, пусть уходит в меч тело персонажа вот этого, да? Вовнутрь пускай. И прописан и Lockrod Scale. Вот у нас получается, значит, что? Удар, пыль. Потом пошла молния. Выглядит это в свете, значит, вот таким вот образом. Смотрим. Идет удар. Идет вспышка. Прикольно, да? В цвете. Потом она прячется, уходит. Он разворачивается. Еще можно от этой ноги тоже пыль какую-то создать при развороте. Еще будет прикольнее. И он разворачивается. И вот это удар. И в принципе все. Он его уничтожает. И еще что можно сделать. Давайте поприкалываемся с шипкеями. Значит, что выбираем нашу вот эту наше пламя. Заходим в Sculpt Mod. Добавляем теперь шипкеи. Первый добавляется базис.
вторую уже будем изменять. Давайте сделаем третью и четвертую. У нас как раз 3-4 кадра, нормально. Так, на первом прибавляем до конца. Переключаемся, значит, на тянучку. И так вот этим делом занимаемся. Просто, там, допустим, как-то меняем эти вспышки, делаем более шире, более острее. Так, ну здесь вот, наверное, не должно его еще быть. Поэтому можно тут вот это пламя немножко поприбрать. Так, здесь вот, чтобы полигоны дюжить один на один не наслаивались. И вот таким вот образом. Тут вот это одно пламя, наверное, должно быть как искра. Но так как он двигается быстро, значит, пускай будет вот эта штука. Ну, с этим делом еще нужно попрактиковаться, будет нормально. Прописываем, значит, цепки сюда. Вот раз. Прописка. Так, здесь теперь можно тоже шепкеями прописывать, только уменьшать вот эту вот. Видите, она теперь будет двигаться. Вот эта штука. Мы ее тоже прописываем. Так, на следующий шепкей. Это будет вот этот шепкей. Так, здесь, значит. А, ставим до конца, забыл. Так, пламя, факел как бы извивается, уходит сюда, уходит на нож, больше такая вспышка. Возможно еще ее натянуть, если добавить еще полноту, допустим, то будет вообще бомба. Так, есть такое дело. Тоже делаем прописку на этом кадре и смотрим, что получилось. О, уже прикольно. Так, и здесь, значит, чуть-чуть она, значит, извивается. Прописка. И на третий шипкий добавляем его до конца. Здесь можно создать прям как торможение, вспышку, да? Обвести как-то по шее ему здесь. Пламя добавить где-то, допустим, под каску. Так, ну вот. Как бы конечная, да, вот здесь пламя, прям искра. Мы прописываем и лок-рот. И где-то 38-й можно еще будет дописать его, допустим, как-то. Так, теперь что у нас? Заходим в Object Mode и выбираем нашу пыль. Так, где она тут? Band. Вот она, наша пыль. Чтобы она более живее как-то была, давайте ее пропишем. Так, значит, что? 15 кадр, 16, 17. Добавляем шипки. Ну, чтобы не забыть какой тоже, можно подписывать их. Заходим. Так. Так, я его не добавил, походу, да? На него я добавляю другой шипки, базис, и это уже будет другая. Это прикольно тогда. Так, теперь заходим в Sculpt Mode. Так, 16 его нет, нам нужно прописать 17. Вот маленькая анимация тут, но в принципе ее
Так, добавляем до конца. Потому что, ну, просто вспышка, допустим, да, как-то она не очень будет. А так, если он еще пошевелится где-то, допустим, раз, там еще уменьшился как-то, да, там, налез на ногу, допустим, дальше. Вот, вот это будет прикольно. Прописываем прописку. И вот жаль, что нет предыдущего кадра, потому что получается раз, быстро слишком, вот раз. И тут можно было еще, ну, если 18 отодвинуть, допустим, G на 20, чуть-чуть замедлить, на 18, видите, он уменьшается. Его можно как-то, не знаю, еще добавить какой-то шерсткей, допустим. Как будто он растворяется в этом деле. Так, забываю вот это вот добавлять до конца. Вот так. И можно где-то его выгладить. Как будто он раз, видите, испаряется. Вообще бомба. Остаток. И получается, здесь мы, значит, прописываем полный. Потом 18 G на 19, а здесь вот уже за счет вот этого вот уже лучше. Так, а здесь какой у нас? Так, а здесь мы его вот уберем вот так. И смотрим, что получилось. Отключаем видимость костей. Ставим на первый кадр. Вот, уже получше. Ну, сильно, наверное, не надо его вот так вот искривлять, чтобы, ну как, резкая диагональ была. Ну, это тоже неплохо. Просто анимация быстрая. Вот с этой стороны будет нормально. Ну, слишком извивается. Не делать так, наверное. Так, удар ногой, пыль. Прикольно, да. Вот чуть-чуть полигоны тут потянуло. Я думаю, посмотреть надо будет при рендере, как будет смотреться. И попробовать, а если Solidify добавить. Так, добавляем модификатор Solidify. Вот его можно еще. Гляньте, как надуть. Ну, это будет бомба. Она будет толще. Вот уже пламя прям толстое такое. Можно тонкое сделать, можно в эту сторону надуть. Во. Тоже им можно сделать. Будет прикольное. Вот такие дела. Так, издалека. Минус, много изгибов. Должна быть резкость, и просто появился и исчез. Вот как молнию я уже сделал, в принципе. Электрошоки. Ну, вот больше таких понаделать, допустим, ударов, искр, там, каких-то брызги
делать маленькие какие-то вспышки. Вообще будет уже живая анимация. Примитивно, конечно, но вот здесь, если убрать анимацию, вот эту delete, и вот эту убрать delete, во, уже более ровная линия пошла, вот, нормально. Вот искра появляется, вообще бомба от меча, да? Ну, меч-то далеко, но кажется при рендере, чтобы вот искра появилась. Так, вот этот кадр надо убрать, он... Так, раз, и получается тогда... Где у нас тут... Шипки... Делаем, значит, S, Shift K в 0, а не до конца, не в 0. Делаем R, значит, уже к мечу его так подставляем. Так, S побольше, и локация, ротация, скайл. Ну вот меч высунутый, нормально вроде. Только ему нужно поменять вот эти шипки. Раз, делаем S, Lock Rod Scale, и просто его надо R, R, Z, вот так, чтобы на ту анимацию он потом смог выйти. Так, и Lockroad Scale. Ну, это сильно тут пламя уже. По-моему, надо экспериментировать. Допустим, вот так. Как-то вытянуто, более мелкое где-то, чтобы уменьшалось, уходило. Вот и так, на... Так, ну, месяц тут еще. Нормально. Словом, вот такая информация. Ну а по движению уже по этим дерганиям нужно будет как-то более четко и поменьше, возможно, их извивать. Вот такая штука. Так, эта штука будет на скачивание, опять же, в группе. Я их понаделаю, когда там выложу. Вот так вот. Все, всем пока, до свидания.